Готовы первые результаты анализа, взятых на месте падежа скота в Джунгельдинском районе Кустанайской области. Напомню, с апреля по май там зафиксировали гибель 58 голов крупного рогатого скота, в основном молодняка. Ветеринарные службы взяли 8 проб патоморфологического материала животных в 4 крестьянских хозяйствах. По результатам первых лабораторных исследований установлено, что показатели на пастереллез, сибирскую язву и МКР отрицательные. Остальной патоматериал, отобранный в поселках Шеле, Мелиса и Акколь, еще исследуют.